29 июня 2019 года, оперативное время 10:35. Я, главный специалист отдела ПЧ Золотовского района, нахожусь по адресу микрорайон Шапагат, Алтауский район, улица Головатская, 59. Предварительно произошло загорание цеха, мебельного цеха, на предварительной площади 120-150 квадратных метров. Конструктивные особенности, значит, в размере плане 20 на 6, стены кирпичные, кровля односкатная, металлическая, на деревянной обрешетке. В данный момент происходит по пожару локализация, производится разборка, проливка.